Всем привет, друзья. Пацаны мои тамбовские выросли. Работают уже. Утя. Теперь буду отбирать. Работают, кричат, крякают вообще. Сейчас буду отбирать селезней. Рубить. Утки рабочие прям. Вон они уже зашел. Утя. Вон они. Все работают. Хорошее племя. Тамбовские утки. Селезней сейчас отберу, буду вырубать. Сколько у меня здесь? Раз, два, три, четыре, пять селезней. И уток 5 получается. Но рабочие вот захожу, уже работают. Сейчас буду делать нагавки. Сегодня поеду на АКУ их испытывать. Возьму ружьецо, лицензию у нас есть. Посмотрим, как работают, сниму репортаж. Вот такие у меня они выросли. Утки. Жалко, племя хорошее. Рабочие вообще работают, не умолкая, час-два работают, уже пробовал. Но если кому нужно, могу продать. Но цену заламливать не буду. Жалко рубить хорошие утки, рабочие утки. Все, всем до встречи. Сегодня сниму репортажик вечером на АКУ, как на АКЕ работают. Все, до встречи.